Меня особенно покоробило то, что к протестующим, так называемым, около посольства прибыл назначенный Верховной Радой исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица, который то ли увещевал толпу, то ли участвовал в этой вакханалии, позволив себе заявление, которое переходит грань приличий. Я понимаю, что ему есть у кого поучиться, потому что те, кто активно поддерживает нынешние украинские власти в Вашингтоне, тоже не чураются такого крепкого словца, но тем не менее, все-таки дипломат, которым является Андрей Дещица, должен выражение выбирать. Не знаю, как теперь будет он с нами общаться и работать. Я готов с вами тут стати и казати: Росія, забирайтеся з України. Путін. Путін хуйло, да. Молодець. Я готов.